Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня мы с вами приготовим один из самых дорогих сыров в мире. Только никому об этом не говорите, по той причине, что мы сегодня готовим сыр Багас. Приготовление этого сыра защищено Европейской конвенцией о защите, о территориальной защите названий. Сыр Багас традиционно уже 500 лет готовят в городке Багалино на севере Италии. Готовят его на сегодняшний день, даже не так, имеют разрешение на то, чтобы варить сыр Багас всего лишь 28 небольших сыроварен. Этот сыр полностью уникален, и данное видео в русскоязычном YouTube также совершенно уникально. Мы досконально изучили технологию приготовления сыра Багас и представляем ее вам. Это видео будет длиться больше года, потому что срок созревания, ну как, не само видео, а готовить и снимать мы его будем практически как голливудский блокбастер. Потому что срок созревания Багаса от года до 2 лет. Именно по этим причинам мы говорим, что мы готовим не Багас, а сыр, похожий на Багас. Традиционно сыр Багас, как я уже сказал, готовится на севере Италии в городке Багалино. Каждая варка проводится из 300 литров молока. Из этого количества получаются головки в среднем весом 16-18 килограмм. После этого сыр отправляется в специальные подвалы на вызревание, где он созревает от 1 до 2 лет. И вы зададите вопрос, что же такого особенного в сыре Багас? Ну, в первую очередь, древняя технология, которой больше 500 лет. А во вторую очередь, шафран. Сыр красится шафраном. Дело в том, что городок Багалино находился на окраине Венецианского государства. И через него проходили торговые пути. Соответственно, венецианские купцы привозили шафран и везли этот шафран через городок Багас, где предприимчивые местные жители придумали шафраном красить сыр. Шафраном нам понадобится достаточно много, исходя из его цены. 1 грамм настоящего шафрана стоит от 20 до 50 долларов. В данном случае мы покупали за 20 долларов, но покупали шафран в Индии. Это кашмирский шафран. Друзья, нам понадобится 0,1 грамм шафрана на 10 литров молока. Вот это количество, и мы сейчас его подготовим. Помимо шафрана нам понадобятся специальные ингредиенты. Нам понадобится термофильная закваска с присутствием бактерий Helvetica. Помимо этого нам понадобится молокосвертывающий фермент. Для данного типа сыра я крайне рекомендую использовать молокосвертывающий фермент животного происхождения. Сыр Багас готовится из пастеризованного молока, поэтому мы будем использовать хлористый кальций. Помимо всего этого нам понадобится форма для приготовления сыра. Традиционно головки Багаса имеют диаметр 40 сантиметров. Но, как я уже говорил, 300 литров молока, а у нас здесь всего 40 литров молока, с которого мы сняли сливки, потому что Багас готовится из обезжиренного молока. Молоко у нас вчерашнее вечернее, следовательно, на нем поднялись сливки. Эти сливки я аккуратно снимаю до уровня молока. Также можно сепарировать молоко, но после этого я бы рекомендовал процентов 10-15 сливок вернуть в обрат и уже из такого молока готовить Багас. Как я уже сказал, готовим мы сегодня из 38 литров коровьего молока на сыроварне полного цикла нашей с Ларисой разработки и нашего же производства. Ссылочка на плейлист, там где собраны обзоры всех сыроварен, будет в описании ролика. Также в описании ролика будет ссылочка на наш интернет-магазин, где можно заказать любую из сыроварен, вернее не заказать, а купить все сыроварни в наличии с доставкой в любую страну мира. Сейчас у нас пастеризуется молоко. И помимо сыроварни нам понадобится лиры для нарезки сгустка. Кстати, лиры входят в комплект нашей сыроварни. Если нет лир, можно использовать нож. Помимо этого мы будем использовать сырную книжку. Такая сырная книжка также входит в комплект нашей сыроварни. Ну и, конечно же, мои любимые девайсы сыровара – это ковшик и шумовка. Помимо этого нам понадобится пресс. О прессе мы поговорим чуть позже. Мы выпускаем также 2 вида прессов для сыра – электрический и механический ручной. Вы сегодня увидите, как работает электрический.
Если у вас еще нет сыроварни, вы можете сварить сыр багас в обычной водяной бане. Вот схемка, как это выглядит. Конструкция из двух кастрюль. Наружную вы ставите на источник нагрева, соответственно, либо электрическую, либо газовую плиту. Между кастрюлями прослойка воды, и во внутренней кастрюле готовите непосредственно сыр. Так будет значительно лучше, чем просто в кастрюле. Кстати, традиционно багас готовится на огне в специальных медных котлах объемом 300 литров. Пастеризация молока у нас проходит в автоматическом режиме. Это значит, мы нагреваем молоко до 65 градусов, выдерживаем паузу 15 минут, после этого охлаждаем до температуры внесения заквасок. В данном случае это температура 38 градусов. С такой температурой начинают работать все термофильные закваски. И пока у нас пастеризуется молоко, нам необходимо подготовить шафран. Шафран придает сыру не только красивый оранжевый цвет, но также и особый аромат. Именно шафран определяет дороговизну и неповторимый вкус багаса. Залитый кипятком шафран отставляем в сторону. Пока у нас пастеризуется молоко, он настоится и отдаст весь цвет и аромат этой настойке. Пастеризация завершена, и первое, что нам надо сделать, это собрать все пенки, которые у нас образовались после пастеризации. Они образовываются всегда. После чего вносим 10% раствор хлористого кальция. Норма внесения 3-4 мл хлористого кальция на литр молока. Вносим раствор и хорошенько перемешиваем молоко. После чего даем ему стабилизироваться в течение 2-3 минут. Далее добавляем в молоко настойку шафрана, которую мы приготовили. Она придаст сыру красивый цвет и аромат. Пестики не вносим, соответственно. После чего вносим термофильные стрептококки и бактерии хелветикус. Смотрите, норма внесения должна быть согласно рекомендации производителя. Так как все закваски у нас прямого внесения, то рассыпаем порошок по поверхности молока, даем регидратироваться в течение 3-4 минут, после этого хорошо перемешиваем. Если нет мешалки, то вооружившись шумовкой, тщательно движениями снизу вверх, для того, чтобы бактерии распределились по всему объему молока. После этого накрываем крышками и даем молоку созреть в течение 45 минут. При этом поддерживаем температуру в пределах 38-39 градусов. Время созревания молока подошло к концу. Внезапно. И мы вносим молокосвертывающий фермент. Фермент в любой форме, независимо от того, сухой он у вас или в каплях. За 5 минут до внесения разводим в 50 мл кипяченой воды, охлажденной до комнатной температуры. Вносим фермент и хорошенько все перемешиваем. Я включаю мешалку. Сейчас перемешается фермент быстренько, и мешалку можно будет снять. По той причине, что она нам будет мешать в процессе созревания сгустка и дальнейшей его нарезки. Если вы работаете без мешалки, то, соответственно, фермент интенсивно перемешиваете по всему объему молока. Далее нам необходимо рассчитать время формирования сгустка. Будем это делать по методу вращающего цилиндра. Помещаем простерилизованную кипятком капроновую крышку на поверхность молока. Включаем секундомер или засекаем время. Сейчас крышка, как видите, совершенно спокойно крутится по поверхности. Каждые 2 минуты проверяем крышку. Через 9 минут имеем вот такой вот эффект. Крышка прилипла к поверхности молока и при проворачивании возвращается назад, как на резиночке. Это значит, наступила точка флокуляции, начал формироваться сгусток. Мультипликатор для багаса 2. То есть время формирования сгустка очень короткое. Умножаем 9 минут на 2, получаем 18. Соответственно, на оставшиеся 9 минут оставляем сгусток формироваться, поддерживая температуру 38 градусов. После чего можем приступить к нарезке сгустка. Классически багас режется специальной лирой, которая называется спина. Немножко похоже вот на такую штуку. И если у вас нет лир, можно резать сгусток венчиком. Нам нужно получить очень мелкое зерно. Как говорят сами итальянцы, зерно должно быть размером с рисину. Поэтому режем совершенно безжалостно. Вначале вертикально, вот таким вот образом.
После чего, сделав паузу около минуты, продолжаем нарезку с помощью горизонтальной лиры, добиваясь очень мелкой фракции зерна. То есть нам реально она нужна очень-очень мелкая. При этом, друзья, в данном случае передерживать сгусток не стоит. Именно полагайтесь на мультипликатор 2. По той причине, что если его передержать, зерно будет плохо отдавать сыворотку. Будет низкий синерезис. А это значит, у нас получится не сухой сыр. Нам надо получить очень сухое зерно. Вот так вот будет достаточно. После чего устанавливаем мешалку и приступаем к первому этапу сушки. Включу мешалочку. На небольших оборотах начинаем вымешивать зерно в течение 25 минут при температуре 38 градусов. Постепенно увеличиваем обороты, а если вы работаете без мешалки, то аналогичную процедуру проводим шумовкой. Через 25 минут первой сушки имеем вот такое вот зерно. Далее приступаем ко второму нагреву. Подаваем температуру до 53-54 градусов в течение 40-45 минут. При этом продолжаем интенсивно вымешивать зерно. В периоде примерно между 40 и 50 минутой зерно начинает слипаться в комки. И вымешивать его становится практически невозможно. Это сигнал того, что зерно достигло нужной степени кислотности. Можем останавливать процесс вымешивания. И дадим зерну осесть на дно, собраться в некий пласт. Нам надо формировать головку под слоем сыворотки. Поэтому мы будем действовать по аналогии с пармезаном. В первую очередь дождемся, пока сформируется пласт, и соберем его в дренажную ткань. А пока это происходит, можно отобрать некоторое количество сыворотки. Нам необходимо оставить в сыроварне уровень, ну, по высоте формы, вот так вот будет правильно сказать. Если вы готовите в кастрюле, либо же у вас сыроварня без слива сыворотки, тогда просто через дуршлаг отбираете сверху нужное количество сыворотки. Я же могу раздвинуть зерно с помощью сырной книжки и слить необходимое количество. Ну, при этом подставляю дуршлаг, потому что немножко зерна остается в самом кране. Из сыворотки готовим итальянский сывороточный сыр рикотта. Его будет много, завтра мы вам покажем количество. А видео, как приготовить рикотту, есть у нас на канале. Температура в сыродельческой ванне достигла почти 55 градусов. Тут очень жарко, практически как в жерле вулкана. Поэтому я вооружаюсь толстыми перчатками, застилаю форму дренажной тканью и начинаю переносить сформировавшийся пласт в форму. Очень жарко. Обязательно берите перчатки. Если нету вот таких толстых перчаток, можно что сделать? Можно взять садовые перчатки и поверх них одеть резиновые. Нам важно формировать головку именно под слоем сыворотки. Такая технология не дает возможности образоваться механическим глазкам. То есть, когда сыворотка будет уходить, а зерно будет консолидироваться, то вместе с сывороткой, ну, вернее, уходя, сыворотка как бы создаст вакуум и не даст образоваться пузырькам воздуха. Поэтому, если хотите получить закрытую структуру сыра, всегда формируем головку именно под слоем сыворотки. Ну, таким вот образом моя задача — перенести все зерно в форму. Из 30 литров при хороших, вернее, у нас не 30, у нас 40 литров, да, из 40 литров при хороших раскладах у нас должна получиться головка примерно 2,5 килограмма. Обратите внимание, зерно очень пластичное, очень хорошо лепится. Прям вот если его вот так вот слепить, оно как снежка слипается. В общем и целом, я сейчас доловлю все зерно там и перемещу его в форму. Стандартные головки багаса формируются под собственным весом, но там совершенно другой вес головки. Поэтому мы будем прессовать. И первое прессование будем делать под слоем сыворотки. В течение 15 минут попрессуем наш сыр минимальным весом.
Ну вот я возьму, у меня есть такой диск 2,5 килограмма, этого будет вполне достаточно. Не используйте сразу большой вес по той причине, что сыр может снаружи закрыться, а внутри останутся пузырьки сыворотки. Нам же надо, чтобы сыворотка равномерно выходила из головки, не оставляя никаких пустот. Через 15 минут можем извлечь головку. И нам необходимо ее осмотреть, достаточно ли она консолидировалась. То есть полностью ли слиплась, говоря человеческим языком. Если видим, что... Сейчас посмотрим, что мы видим. Ну, вот у меня головка полностью консолидировалась. То есть она представляет из себя уже единый монолит. Если вдруг вы видите, что она еще не полностью слиплась, можно ее перезавернуть и еще на 15 минут сыворотку. Нам очень важно, чтобы всю сыворотку выдавить изнутри головки, чтобы не осталось механических глазков. А мы в нашем случае перезаворачиваем вот таким вот образом головку. Переворачиваем ее на другую сторону и можем приступать к прессованию. Сейчас я ее отправлю в форму сверху, конечно же, дренажную поверхность. Расправляем дренажную ткань, поршень и незамедлительно отправляем головку под пресс. Первое прессование у нас будет, давайте я настрою пресс. Первое прессование у нас будет весом 7,5 кг в течение получаса. 7,5, отлично. И я сразу же расскажу весь регламент прессования. Через полчаса мы извлекаем головку, переворачиваем ее, перезаворачиваем и прессуем весом 10 кг в течение часа. И далее опять переворот, перезаворот и весом 15 кг оставляем головку прессоваться на всю ночь. Еще раз хочу напомнить, не прессуйте сразу большим весом, потому что головка закроется и сыворотка не сможет выйти изнутри головки. Друзья, это наш электромеханический пресс. Ссылочка на его обзор будет в описании ролика. Штука очень прикольная и очень сильно облегчает жизнь сыроварам. Когда головка проседает, он автоматически подпрессовывает, а на контроллере вы можете выставить нужный вес. Мы так его и оставляем на ночь, он постоянно подпрессовывает головку. Ссылочка на обзор в описании ролика и на сайт, где его можно купить с доставкой в любую страну мира, также в описании ролика. А мы будем продолжать уже завтра, когда головка полностью отпрессуется. На следующее утро можем оценить результат. Пока здесь поднимаю пресс, и у нас получилось 1,5 килограмма рикотты. Очень хороший выход. Теперь я хотел бы взвесить головку сыра. Тарируем весы. Извлекаем головку из формы. Я ее подпрессовывал по тому регламенту, который вчера озвучил. Сразу скажу, головка получилась очень большая, просто неожиданно большая. Обычно из обезжиренного молока с высокой температурой второго нагрева выход сыра получается достаточно маленький. Ну и я говорил ранее, что багас делают из 300 литров молока, головки обычно 16-20 килограмм. Из 38 литров у нас получилась головка 3300. Просто неожиданный результат. Вот такая вот красота. Посмотрите. Немножко она, конечно, в складочках, но это совершенно ничего. Главное, что головка полностью цельная, никаких щелей нету. То есть она именно полностью консолидированная. И следующий этап у нас совершенно внезапно. Это засолка сыра. Солится багас по следующему регламенту. 24 часа на килограмм сыра. То есть солить мы эту головку будем 3,5 суток. Как же правильно сказать? Черт его знает. Друзья, для засолки приготовили концентрированный соляной раствор.
1 килограмм соли добавляем 4 литрам воды, доводим до кипения, охлаждаем до температуры 10 градусов, процеживаем через несколько слоев марли. После этого добавляем 1 грамм сухого хлористого кальция и 1 столовую ложку уксуса. Если вам надо большее количество рассола, соответственно, пропорции увеличиваете. Важно заметить, что рассол можно использовать несколько раз. При этом необходимо не забывать, что сыр забирает соль и рассол истощается. Поэтому надо добавлять 50 грамм соли на каждый килограмм засоленного сыра. То есть, грубо говоря, вот я засаливаю головку 3 килограмма, значит, в следующий раз я в это количество рассола добавлю 150 грамм соли и размешаю. Солим трое суток, 3,5 суток. Как же это правильно сказать? В общем и целом, в процессе делаем это при температуре 10 градусов, и в процессе засолки нам необходимо головку переворачивать, потому что она плавает на поверхности. Нам нужно обеспечить равномерную засолку с обоих сторон или с обеих, как кому больше нравится. Итак, до встречи через 3 дня. После засолки следующая процедура, которую нам необходимо провести с нашим багасом, это обсушка. В первую очередь промокнем сыр бумажными полотенцами, чтобы удалить максимальное количество влаги, которое возможно удалить обтиранием. Далее помещаем головку в климатическую камеру, где сыр будет обсыхать при температуре 10-11 градусов и относительной влажности 75-80%. Сушить в холодильнике крайне не рекомендую, по той причине, что если твердый сыр начать сушить при низкой влажности, то верхние слои очень быстро высохнут, начнут трескаться и испортят всю структуру сыра. О климатической камере более подробно я вам расскажу чуть позже, после обсушки. Обсушиваем в течение 3 дней. При этом контролируем вот так вот тыльной стороной ладони. Головка должна ощущаться холодной, но сухой, не влажной. Каждый день утром и вечером головку переворачиваем для того, чтобы она обсыхала равномерно. И для последующих действий мы с вами встретимся через 3 дня. После того, как головка обсохла, приступим к самому простому, но к самому сложному в плане терпения процессу приготовления багаса, а именно созреванию. Нам понадобится масло льна. Именно этим маслом классически формируют корочку багаса. Оно имеет такой красивый оранжевый цвет. И для формирования корочки мы начинаем процесс протирания, собственно говоря, головки льняным маслом. Делаем это по следующему регламенту. Первый месяц созревания головки сыра будем обтирать ее вот таким вот образом раз в неделю. Далее следующий месяц раз в 2 недели. После этого весь срок созревания головки будем проводить обтирание льняным маслом раз в месяц. Вот таким вот образом. Сильно мочить не надо. Если на сыре где-то будут появляться какие-то локальные участки плесени, нежелательные в данном случае, то также вытираем их марлечкой, смоченной в льняном масле. Вот таким вот образом. После чего отправляем наш сырок в климатическую камеру, где при температуре 10-11 градусов и относительной влажности 75-80% он у нас проведет, блин, как же долго ждать, весь следующий год. После чего мы, конечно же, его продегустируем вместе с вами. Причем для вас это будет в следующем кадре. Мы снимаем эпохальные видео, которые по длительности съемки занимают от года и больше. Здесь у нас зреет пармезан сейчас, который будет созревать 1,5 года. И я вот все это время работаю над этим видео, а вы увидите готовый материал 30-минутный с полной видеоинструкцией. Друзья, каждый первый месяц, каждые 2-3 дня головку необходимо переворачивать. Ну и, соответственно, обтирать льняным маслом. Далее можно переворачивать раз в неделю, после раз в 2 недели и делать это все реже и реже.
срок отправляется в климат-камеру, а я вам расскажу несколько слов о этих устройствах. Если у вас еще нет климатической камеры, в описании ролика вы найдете ссылочку на плейлист на нашем канале. В нем собраны 5 видео, в которых я подробно рассказываю, как переоборудовать обычный бытовой, либо же вот такой вот витринный холодильник. Здесь у нас, кстати, красивые колбаски зреют, в полноценную климатическую камеру. Я рассказываю, как собрать прибор из запчастей с AliExpress. Также рассказываю, как этот прибор настроить и установить в холодильник. Это все отдельные видео. Помимо этого, в описании ролика будет ссылка на наш сайт Craft Store, где в разделе «Открытые проекты» вы найдете электрическую схему устройства, а также все ссылки на AliExpress, чтобы вам не искать их самостоятельно. Также в разделе «Открытые проекты» есть еще много интересных приборов, поэтому рекомендую вам ознакомиться со всем разделом, ну и, конечно же, с разделом климатической камеры. Там же есть и инструкция, и все необходимое. Помимо этого, если вы не хотите сами заморачиваться со сборкой, на нашем сайте можно купить готовый контроллер климатической камеры с доставкой в любую страну мира. Ну, так, чтобы самим не заморачиваться. Помимо простого контроллера, собранного из китайских запчастей, мы создали, разработали и полностью внедрили производство 2 видов профессиональных контроллеров, которые управляют не только влажностью и охлаждением, но еще и внутренней циркуляцией, также проветриванием камеры, то есть сменой воздуха. Помимо этого, можно их использовать на нагрев, в случае, если ваша камера стоит в прохладном помещении. Многие ставят климатические камеры в гараже. Далее вы можете настроить кварцевание камеры для того, чтобы бороться с нежелательной плесенью. В общем, очень много функций. Более того, топовое устройство имеет веб-интерфейс. Там, где со смартфона, либо с компьютера вы можете удаленно отслеживать ситуацию в вашей климатической камере и полностью управлять всеми устройствами, что я считаю очень круто. То есть вы к ней совершенно не привязаны. Допустим, климатическая камера у вас стоит на даче, а вы живете зимой в городе. Вы постоянно можете контролировать все процессы в вашей климат-камере. Друзья, наш Багас остается здесь на год. Я буду его обслуживать для вас и для себя, конечно, по ниже приведенному регламенту. И мы с вами встречаемся через год, но вы через буквально 5 секунд в этом же видео и дегустируем наш Багас. До встречи! Друзья, данное видео получилось эпохальным не только по той причине, что мы его снимали достаточно долго, а и по той причине, что в камеру я сыр заложил 22 февраля 2022 года, за 2 дня до начала войны. К сожалению, продегустировать сыр, так как я это делаю обычно, у меня не получится. Но у меня для вас есть и хорошие новости. Наш кот, который участвовал в приготовлении сыра и принимал самое непосредственное участие, все так же с нами. Мой брат разрезал головку сыра, а кот больше не хочет позировать. Мой брат разрезал головку сыра и продегустировал ее. Даже завакумировал мне некоторую часть этой головки и пытался контрабандой отправить в Европу. Но доблестные таможенники не пропустили домашний сыр, так тому и быть. На здоровье, так сказать, им. Сыр получился очень классный, очень вкусный. И, конечно же, я когда-нибудь переделаю этот сыр, пересниму данное видео и покажу вам конечный результат. Сейчас же можете просто поверить мне на слово, что сыр получился бомбезный и ничем не хуже, чем его дорогущий оригинал. Друзья, что касается оборудования, наше производство работает. Мы производим сыроварни, пресса для сыра, контроллеры для климатических камер. Все это производится нами в полном объеме и доступно для покупки не только по территории Украины, но также в страны Европы, Америки, Канаду и Израиль. Еще некоторые страны по запросу. Поэтому, если вас интересует профессиональная сыроварня, толковое оборудование с веб-интерфейсом для климатической камеры, пресс для сыра, формы профессиональной,
оптимальные для сыра и еще многое другое, обязательно перейдите на наш сайт. Также хочу вам напомнить, что на нашем сайте в разделе «Библиотеки» вы найдете огромное количество книг по домашнему и промышленному сыроделию, которые собраны и бесплатны для скачивания. Поэтому обязательно перейдите на сайт, сохраните его в закладках и, по крайней мере, даже если вам сейчас не нужна сыроварня, воспользуйтесь нашей библиотекой. Повторюсь, она совершенно бесплатная для вас. А после войны сможете заказать сыроварню. Также можете ее заказать и сейчас. Совершенно без проблем мы отправляем все наше оборудование. Друзья, на этом у меня все. Очень сожалею, что не смог презентовать вам сыр Багас со стандартным набором дегустации и рассказом, как это вкусно. Мой брат сказал, что было очень вкусно и даже сожалел, что отправил мне тот кусочек сыра, который в результате ко мне не доехал для дегустации. Друзья, на этом у меня все. Обязательно подпишитесь на канал и оставайтесь с нами. Конечно, подпишитесь, если вы еще не подписаны, а если уже подписаны, тыцните на колокольчик и все равно оставайтесь с нами. Ну и, конечно же, жду ваших комментариев. Всего доброго, пока!